Это место, недавно отбитое у боевиков, называется Колесо Шейхан. В этом месте сходятся три района. С правой стороны район Лирамон, в котором шли ожесточенные бои и находился завод по производству боеприпасов. За мной находится район Банизет. С другой стороны примыкает к этому месту район Шейхан. То есть три района сходятся в этом месте. Три района были освобождены от террористов. Вывозится из Лирамона орудие адского огня. Орудие поехало. Четвертое. Мы находимся в той части района Ашрафея, которая была два дня назад освобождена от террористов. Это также перекресток, центральный перекресток этого района. В этом месте опять же сходятся три района. С левой стороны район Ашрафея, за мной находится район Банизет. И с правой части дорога на Лирамон. Также вы можете видеть парк. Парк в районе Ашрафия, через который он был раньше нейтральной территорией, через него боевики стреляли из района Лирамон по Алеппо. Вот это самодельное орудие еще вчера несло смерть на Алеппо, на мирных жителей, женщин, детей. Вот этим поршнем ракета вставляется в ствол. Здесь находится подрывной заряд, после чего подрывается и ракета летит в цель. Неприцельно, естественно, это оружие рассчитано на уничтожение мирного населения, детей, женщин, стариков и разрушение зданий. Да, я живу в этом районе. Спасибо сирийским солдатам, что они его освободили. Меня зовут Дахар Шавах. Я живу в районе Банизет. Когда его захватили террористы, стало трудно жить. А теперь здесь гораздо лучше. Итак, за последние дни в Алеппо войсками сирийской арабской армии было освобождено 5 районов от террористов. Это район Банизет, это район Эль-Хальдия, это район Шейхан, Лирамун, Ашрафия.